Дорогие друзья, утро доброе. 19 апреля 2022 года у нас на календаре. Мы начинаем наш очередной вебинар, посвященный программе гражданства Черногории. Сразу хочу сказать, что традиционный ответ на вопрос, да, запись вебинара будет. Будет статья на портале Приан.ру опубликована по итогам вебинара. Ну, небольшое, несколько необычное, наверное, вступительное слово. В последние месяцы, последние два месяца появилось много фактов, много домыслов о том, работает программа, не работает, и вообще по поводу всего, что связано с недвижимостью, в том числе недвижимостью зарубежной. И важно понять, что же на самом деле с программой гражданства сейчас проходит и что вообще в Черногории происходит. Важный момент. Сегодня мы общаемся с людьми, у которых есть информация, ну, в значительной степени с первых уст. С Юлией Готской, представителем Mountains Mountain Resort by Splendid, специалистом, который представляет проект черногорский под программу, который, ну, забегая вперед, по-прежнему работает, строится и действует. И мой второй собеседник Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners по России и СНГ, человек, который знает все, ну, скажем так, все реалии фактической работы программы, потому что, как я уже сказал, информация в последнее время приходила очень много. Среди нашей аудитории граждане, я уже сейчас, мне прислали такой лист, вот, Израиль, Узбекистан, Беларусь, Украина, Казахстан, Россия, то есть из разных стран люди, и соответственно информации очень много, для каждого она, безусловно, своя. Еще хочу подчеркнуть, сейчас, наверное, такое время, когда далеко не вся информация, о которой мы говорим, общая, просто не всем интересно, а конкретную мы не всегда можем в рамках нашего вебинара сказать, просто потому что вот грань между конфиденциальным и таким общим у нас сейчас очень размыта, и поэтому сразу хочу сказать, нам многие, на значительную часть вопросов мои коллеги сегодня, может быть, и не ответят, но они готовы ответить в частных беседах. И поэтому, я думаю, контакты Юлии и Софьи в самом начале самое время показать, чтобы вы могли связаться и уже уточнить свой конкретный случай, свою конкретную ситуацию. Контакты мы публикуем буквально через несколько секунд. Ну, Софья, давайте с вас тогда начнем. Первый вопрос, он, наверное, самый, ну, такой простой, хотя однозначного ответа на него может быть и нет. Черногорская программа гражданства, она сейчас закрыта или нет? Она работает или нет? Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, гости сегодняшнего вебинара. Очень рада видеть такое большое количество присоединившихся к нашей черногорской теме сегодня. Да, вопрос прямой, и ответ на него тоже прямой. Программа работает с 1 января 2022 года, она заработала вновь и будет продолжаться работать именно как программа, продолжится работать до 31 декабря 2022 года, когда поставлен очередной дедлайн государством по прекращению работы программы гражданства через инвестиции Черногории. Будет ли она продлена еще раз на следующий период, это мы увидим в конце декабря. Как и в прошлый раз, мы ждали до 30 декабря 2021 года для того, чтобы получить новости рынка. Отвечая на скрытый вопрос, работает ли программа для всех, да, мы можем подавать на сегодняшний момент лиц всех национальностей. То есть каких-либо ограничений по приему граждан России или стран Белоруссии на сегодняшний момент. Мы всегда делаем эту оговорку сейчас в любых наших разговорах с клиентами, партнерами, в любых открытых выступлениях. На сегодняшний момент, сегодня, сию минуту, в 13 часов 4 минуты по Москве, нет. Подавать можем. Скажите тогда, пожалуйста, ну, собственно, сама программа, это же не только подача документов, да, это сбор их, это подача, это обработка, это получение какой-то информации. Как вообще сейчас работает черногорская сторона?
поскольку, насколько я понимаю, ну, есть некие изменения последних двух месяцев, но есть некие изменения, которые были еще с начала января, и о которых мы просто с вами не успели поговорить. Да, к сожалению, тут изменения и новости негативного плана наложились одни на другие, поэтому безотносительно событий конца февраля 2022 года черногорцы имеют следующую ситуацию с рассмотрением документов, которые уже попали в департамент миграции и ждут вынесения неких решений. В конце прошлого года, 21-го, была очередная смена правительства в славном государстве Черногория. Под каждую смену правительства идет смена аппарата чиновничьего. После того, как меняется правительство, начинается подбор новых чиновников, которые должны выполнять те или иные функции. И вот департамент иммиграции как раз находится в той самой до сих пор подвешенной системе, когда ответственный человек за принятие решения на черногорской земле не выбран. То есть программа действует, все работает, но после того, как документы попадают от due diligence, от проверки, а ее выполняет либо британская, либо канадская компания Due Deal, документы, репорты попадают в Черногорию, должны идти согласование и окончательное принятие решений черногорским ответственным лицом. Его нет. По некой внутренней нашей информации, такая ситуация продлится еще не менее нескольких недель, к сожалению, и это влияет абсолютно на всех. Всем этим, ну, как бы это не то чтобы негативный, но это данность, вот эта вот подвешенная ситуация, она влияет на всех аппликантов в принципе. Она не только касается русских и белорусов, она касается всех. Поэтому у нас не выходят решения не только по нашим с вами соотечественникам, но и китайцы наши не получают, а мы работаем со всеми национальностями мира. Ни китайцы не получают решений, ни египтяне, ни представители неких африканских государств и так далее. То есть ни по кому нет решений. Ждем ответственного. Значит, но давайте так, правильно ли я понимаю, что вот вы сказали, due deal, он проходит, вот подать документы на due deal и получить заключение, ну, вот британской или канадской компании реально, и еще раз подчеркнуть этот момент хочу, но вот нет вот этой, условно говоря, финальной точки. Да, все правильно. Okay. Due diligence идет, мы получаем очень большое количество дополнительных вопросов. Due diligence сейчас двойной, так называемый, то есть если раньше мы могли получить 1-2 вопроса на каждый файл, то сейчас количество вопросов доходит аж до 10 по каждому файлу, и они такие более-менее, гораздо более глубинные, нежели чем раньше. Да, due diligence идет. А правильно ли я понимаю, что нет человека, который принял финальные решения, а если заглянуть чуть-чуть в прошлое, вот последние паспорта реально, когда люди получали? Это февраль, это март? За последними паспортами люди приезжали к нам, приглашенные на биометрию, в феврале. В феврале. Угу. Окей. Тогда следующий вопрос. Ну, если due deal работает, то реально ли вообще вступить в программу сейчас условно с нуля? То есть просто прийти к вам и начать процедуру. И если да, то что для этого нужно сейчас сделать? Как обычно, Филипп, все нужно абсолютно идентично прошлым годам. Единственное, что в программе поменялся порог входа по государственному фонду, который добавился, и сейчас он не 100 тысяч, а 200, то есть два фонда появилось. А все остальное ровно то же самое. По черногорской программе необходимо сначала подготовить весь пакет документов, и лучше он будет, чтобы он был весь, а не досылать дополнительно мелкие различные документы, потому что это затягивает процедуру проверки. Осуществить все
платежи. Вот в этом основная загвоздка сегодня может быть для многих аппликантов, потому как деньги должны заходить с личных счетов. От третьих лиц они не принимаются, могут приниматься от родственников главных аппликантов с доказательством родственных связей, но просто от третьих лиц из-за рубежа, к сожалению, так невозможно, деньги эти не будут приняты именно на эскроу счета. Поэтому здесь нужно вот как раз проводить такую изначальную подготовку к этим платежам. А так, все, что касается лиц вне России и Беларуси, можно подавать ровно так же на подготовку документов нашему юристу вместе с любым аппликантом. Ну, возьмем стандартную семью, 4 человека, уходит 1 месяц с небольшим для того, чтобы в неспешном порядке подготовить справки о несудимости, полностью нотариально заверить, перевести все документы, заполнить нашему юристу все государственные формы, человеку и членам его семьи подписать все эти госформы, оформить POA, доверенности на открытие эскроу счетов и подписание договоров с выбранным девелопером, все это отправить в Черногорию. Если говорить про Россию, то сейчас вместо 4-5 дней документы идут в районе 2 недель, поэтому вот это еще съедается также время на отправку. Мы эпизодически отправляем курьера в Черногорию, собираем несколько аппликантов и отправляем реального человека в режим реального времени, чтобы документы были доставлены в течение суток. Это как раз сужает количество дней на ожидание. А так, как только деньги падают на эскроу счета, как только главный аппликант заводит пошлины, которые необходимы для подачи всех подготовленных документов, как только документы оказываются на черногорской земле и переводятся на черногорский и готовятся под подачу, подача может быть осуществлена, и процедура будет начата. Окей, про деньги отдельно я чуть позже у вас обязательно спрошу, потому что этот вопрос действительно очень для многих, если не определяющий, то, ну, по крайней мере, нужно понимание, чего можно сделать, чего нельзя. Друзья, я еще раз напоминаю, вначале, может быть, не все, кто присоединился к нашей трансляции, это услышали, сейчас... Ну, мы заранее оговаривали это и с Софьей, и с Юлией. Далеко не все, о чем в обычное время мы бы говорили свободно, мы можем говорить сейчас, просто по той причине, что вот этот уровень конфиденциальности, он сейчас резко повышен или понижен. Соответственно, если у вас конкретные будут вопросы по переводу средств, хотя мы и общие сейчас об этом поговорим, и по переводу средств, и по каким-то моментам, связанным с вашей личной ситуацией, пожалуйста, вы можете задавать их, ну, уже, наверное, там в личной беседе по завершении нашего вебинара, Софьи или Юлии, контакты их в чате у нас есть. Несколько слов все-таки о проверках. Вы сами связаны с ними, хотя вы непосредственно не являетесь вот этой организацией, которая этот due deal проводит, но вы, тем не менее, ну, как бы как организация сопровождающая и уполномоченная вообще проводить работу с Черногорией, безусловно, понимаете вот всю эту кухню. Какая она сейчас? Что может быть минусом, что раньше бы минусом не считалось, скажем, еще два месяца назад? Или наоборот, вы не замечаете, что есть просто какие-то отказы, связанные именно вот с какими-то эпизодами в биографии или чем-то еще? Ну, тут, Филипп, нужно сказать сразу, что это всегда имело свое влияние на прохождение проверок и на вынесение решений, но сейчас просто к этому двойное-тройное внимание. Человек не должен входить в санкционные списки. Мы сейчас говорим не только про Россию или про Беларусь, в любой стране СНГ. Это влияющим фактором является, не должен быть ПЭПом высокого уровня, связанным с санкционными компаниями, околопроходящими санкционными персонажами, даже если персонаж не является членом семьи главного аппликанта или его супруги, но он неразрывно связан в открытых источниках, об этом есть много информации. Вот это будет все влиять на отказ. Любые коррупционные скандалы, которые можно, информацию о которых почерпнуть в любых открытых источниках, Google, Яндекс, все любые другие поисковики, криминал любого уровня,
Если раньше мы могли работать с экономическими так называемыми преступлениями, срок годности которых вышел давным-давно, лет 20 назад это было когда-то, то сейчас с этим могут быть также дополнительные проволочки, или это также может привести к теоретически к отказу. То есть сейчас страна хочет видеть максимально чистых аппликантов. Они перепроверяют всех предыдущих аппликантов на предмет вхождения или не вхождения в списки, вот эти самые выпущенные за последние несколько месяцев санкционных людей. Могут начать пересматривать решения. В общем, все, что мы рекомендуем нашим людям, которые хотели бы войти в программу, с любыми санкционными скелетами в шкафу, лучше туда не ходить. Это будет потеря времени и денег. Окей, хорошо. Вот тогда давайте немножечко про потерю денег и про вот этот момент. Значит, ну, стоимость недвижимости, мы, собственно, об этом, наверное, отдельно не говорили, да, может быть, и не стоит там подробно углубляться. Я думаю, что многие из тех, кто нас слушают, базовые условия знают, да, то есть 250 тысяч евро – это сумма, которую нужно вложить в объекты на юге, на севере Черногории от 250, uh-huh. от 400 на севере. Около 400, от 400 на юге, да, наоборот. Соответственно, 200 тысяч – это вот с Нового года взнос государству, ну, то есть сумма более-менее понятная. Вот. Когда вы говорите про потерю денег, вот этот вопрос очень важный. В какой момент ты каким-то образом проводишь платеж и в какой момент ты можешь получить отказ? То есть не может ли случиться такая ситуация, что ты, что тебя как-то ну, зарежут, условно говоря, а ты уже, например, многое оплатил. То есть оплатил, скажем, внес 500 тысяч, купил недвижимость, проплатил разрешение, да, все, ну, проплатил вот эти взносы государству, а после этого тебе сказали, стоп, все, не берем тебя. Да, Филипп, это будут риски, но они были всегда и существовали эти риски всегда. Для тех, кто тот самый не совершенно простой аппликант, у которого вчера началась история происхождения средств, и у него просто нет никаких ни скелетов в шкафу, ни ничего, к чему можно было бы, грубо говоря, прицепиться. Все, что касается прямого вопроса, а если отказ, что человек может вернуть себе и что является потерей? Это каждый из потенциальных аппликантов должен понимать абсолютно четко, и мы все всегда проговариваем это ровно так же очень четко. Итак, для Черногорской программы в обязательном порядке является оплата вперед всех обязательных государственных платежей. Это и госпошлина 15 тысяч евро на главного аппликанта, по 10 тысяч на каждого зависимого члена семьи до 5 человек после 5 плюс 50 тысяч. Due diligence на одного человека 7 тысяч, на семью из 4 человек 10, за каждого дополнительного 1500 евро. Это потеря. Все эти пошлины являются потерей. Дальше. Для того, чтобы войти в Черногорскую программу, нужно перечислить те самые упомянутые вами три платежа на эскроу-счета. Это в северном проекте 251,5 тысячи евро, 1,5 тысяча – это плата банку за содержание эскроу-счета. И по 101 тысячи евро на каждый из эскроу-счетов, соответственно, принадлежащих государственной инвестиции. 1 тысяча за каждый вот этот самый эскроу-счет. Поэтому 1500 за девелоперский и по 1000 за каждый госфондовский счет – это также потеря. Потерями будет и суммы, потраченные на подготовку документов, пересылку документов, банковские комиссии, половину услуг юридического сопровождения. Но основные платежи, такие как 250 в случае с северной инвестицией, 450 в случае с южной инвестицией и 200 тысяч два госвзноса,
вернуться в течение пары дней после вынесения, не дай бог, конечно, но если негативного решения, полученного банком от государства, в течение пары дней и после получения акцепта клиента о том, что он может и хочет получить свои деньги обратно на тот счет, с которого была произведена оплата ранее, деньги будут отпущены банком и отправлены по той самой дороге, которую укажет человек. Если он хочет заменить реквизиты, в Россию сейчас невозможно вернуть деньги, так как это евро, поэтому люди предоставляют, либо открывают счета в черногорских местных банках и, опасаясь подобных решений, уже готовы к принятию денег обратно, но на свои европейские счета, не только в Черногории, а в других странах мира. Окей. Как тогда все-таки, вот, на ваш взгляд, понять человеку сейчас, ну, поскольку, еще раз подчеркну, может быть, те, кто вначале нас не услышал, сейчас не только в связи с событиями на Украине, черногорская программа, она не то что стоит на стопе, она просто замедлена, исходя из действий черногорской бюрократии, как вы сказали в самом начале, и это произошло не в конце февраля, а по сути еще нам ближе к концу января. То есть, да, то есть, ну, заторможенность в проверке новых, в финальном одобрении, да, то есть как бы due deal, заявители проходят, а вот потом начинается некое ожидание. Так вот вопрос такой, как... Ну, вы, когда общаетесь с человеком, вы же все равно, ну, понятно, что вы не можете гарантировать, что разрешение будет, но какие-то базовые вещи вы проверяете сами, и, ну, как бы, говорите же человеку, вот, риск велик или невелик, что он, во-первых, какие-то деньги потеряет, не все, большая часть к нему вернется, но вот некоторые потеряют. Ну, вот несколько слов об этом можно, как это все сейчас работает у вас, по вашему опыту? Филипп, как и работало раньше, мы делаем в обязательном порядке предпроверку. Любой лицензированный локальный агент обязан делать это. Мы используем программу WorldCheck. После событий конца февраля WorldCheck был затруднителен для российских аппликантов. Мы претерпели ровно так же, как и, наверное, все здесь присутствующие, с различными сервисами, которые связаны с западными компаниями, с оплатами этих сервисов, различные проблемы. Но вышли из этого. Сейчас мы, там, несколько дней он не работал, но сейчас все встало на свои рельсы. И мы делаем в обязательном порядке предпроверку каждого аппликанта. Что это означает? Мы берем первую страничку заграничного паспорта с баркодом каждого взрослого аппликанта и помещаем его в эту самую систему, за которую ежегодно платим взнос, членский взнос. Она показывает нам первый верхний срез проверки. Действительно ли, как человек говорит, он не является ПЭПом, politically exposed person, лицом под санкциями, лицом, связанным с высокими политическими кругами и тому подобное, и нет ли у человека ярко выраженного криминального прошлого, будущего, настоящего. Это показывает как раз вот этот WorldCheck и любой другой его аналог. Дальше мы, как это ни странно звучит, просто идем в интернет. И Google с Яндексом помогают нам сделать ту самую первую, первый этап проверки, в общем-то, который пользуется и любой другой due diligence агент. Потому как открытые источники – это то самое, где можно почерпнуть очень много различного характера информации. Поэтому все скандальные истории, весь компромат, который может вылезти на любого из главных аппликантов или их супругов, выходит сразу же на поверхность. Поэтому мы призываем всегда наших клиентов потенциальных, которые приходят за вопросами к нам, за ответами, вернее, на свои вопросы к нам, сразу рассказать, есть ли у них какие-то подобные ситуации в прошлом, потому что, ну, просто не нужно тратить время сейчас реально на эти диалоги. Диалог возможен, но он должен быть краток. Если не нужно тратить время друг друга, потому как если есть подобные истории в программу Черногории, ровно так же, как в любую другую программу, у которой есть высокого уровня due diligence, ходить не нужно.
И мы будем всячески отговаривать. Но, кстати, у нас есть, надо и это отметить, есть несколько человек, которые на свой страх и риск, прописывая это в договорах, идут и шли, и продолжают идти, пытаясь попробовать. Им не жалко потери вот этих вот государственных пошлин и услуг подготовки, которые они заплатят. Они хотят рискнуть. Но есть такая категория рисковых людей. Несколько вопросов от просто, во-первых, от граждан Казахстана и от граждан Украины. Какие сейчас условия у граждан Казахстана? Ну, то есть, есть ли здесь какие-то дополнительные сейчас моменты? С гражданами Казахстана все хорошо. Если у любого гражданина любой страны СНГ нет дополнительно российского гражданства, то у них будут, могут возникнуть некоторые шероховатости, назовем это так, с переводами средств, с комплайнсом той стороны, куда переводятся средства. Ну, то есть вместо 3 дней, грубо говоря, банк может заморозить на проверку эти средства на 1,5-2 недели. Но это как бы не сильно бьет ни по человеку, ни по самой процедуре. Но подаваться можно, и никаких проблем не должно быть. И да, сейчас на все переводы граждан с русскими именами и фамилиями делаются стойки, но еще раз, тут будет играть роль как раз гражданство, если мы говорим про Казахстан, казахское гражданство, доказательство резидентства, все эти документы мы быстро предоставляем, и все это проходит дальше. Что касается украинских граждан, у них есть затруднения по понятным причинам с оформлением документов, но Черногория делает скидки на все происходящее и всячески помогает в данном случае этим аппликантам для того, чтобы они были поданы. Дальше, когда пойдет due diligence, мы все равно должны будем тем или иным способом попробовать эти документы предоставлять. Мы будем понимать немного позже, позднее, как мы это будем делать. Но пока минимального пакета документов достаточно. Ну и тогда такой момент. Я не один и не два раза в последнее время обращаюсь к коллегам. Я не прошу от вас конкретного четкого ответа здесь, понимая, что... каков вопрос, таков ответ. По поводу перевода денег. Понятное дело, что сейчас перевод денег там, из России в европейские страны, такой вот лобовой, он практически невозможен. То есть не практически, а просто невозможен. Тем не менее, и вы говорите, что какие-то решения все равно есть. Я не прошу их там подробно называть, просто... Скажем так, вот за последний месяц-полтора у вас есть какой-то опыт? Имеет смысл вообще в эти игры как-то играть и к вам обращаться, если у человека изначально ситуация такая, ну да, вот он с российским паспортом, и что теперь делать? Шанс есть, смысл есть, и мы сегодня здесь с Юлей, с вами для того, как раз, чтобы приоткрыть немного завесу вот всего того, что пишется и в открытых источниках в интернете, зачастую некой недостоверной информации для того, чтобы показать, что программа работает и есть реальный смысл в нее податься и успеть сделать для себя этот самый второй документ, который, я думаю, на сегодняшний момент, если еще несколько месяцев назад мы говорили, что второй документ – это антикарантинное решение, то сегодня документ плюс к антикарантинному решению еще и во многих случаях антикризисное, страховочное. И все те эпитеты, которые можно собрать, это то решение, с которым хорошо и приятно и тепло жить. Второй документ – это страховка от очень многих вещей, которые могут происходить в наших жизнях, о которых мы даже не подозревали. На сегодняшний момент виды на жительство и гражданство любой страны другой, нежели чем единственный паспорт или документ, которым мы обладаем, это всегда выход. Выход из свободы. Давайте тогда правильным ли будет, вот здесь я просто попрошу опубликовать контакты еще Софии. Друзья, мы не будем сейчас подробно говорить именно о нюансах перевода средств. Я думаю, что здесь просто правильным будет, коллеги, по итогу общения, если у кого действительно есть интерес, просто
ну, свяжитесь там с Софией, я думаю, что какой-то ответ вы в данном случае получите. Да, в индивидуальном порядке мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Вопросов бывает миллион, мы здесь просто не осветим все аспекты тех проблем или тех нюансов, которые возникают и при переводах, и при подготовке документов. Звоните, пишите. Окей. Юля, давайте тогда с вами несколько слов по проекту Montis. В двух словах буквально напомню, что это за проект, что он собой представляет, и потом уже перейдем к тому, а как ведется работа с ним сейчас. Потому что, еще раз напоминаю, условия покупки, условия получения гражданства – это приобретение недвижимости в одобренном государством проектах на севере Черногории 250+, на юге Черногории 400+, проект Montis на севере страны. Пожалуйста. Да, еще раз всем здравствуйте. Так как мы уже, да, не раз про этот проект говорили, как вы попросили, расскажу, в принципе, в двух словах, что это проект, расположенный на севере Черногории. Это самый большой проект из 11 аккредитованных проектов на севере Черногории, расположенный в городе Калашин. Это также самый крупный в Черногории горнолыжный курорт. Что примечательно, что отель будет работать круглогодично, он не привязан к зимнему сезону. Расположен на берегу реки Тара, где можно будет совершать как пешие прогулки, как конные прогулки, так как зимой и кататься на лыжах, а летом гулять и наслаждаться природой. Еще одна отличительная черта этого проекта, что здесь нет никаких расходов на содержание недвижимости у клиентов, которые приобретают номера. И также есть гарантированная доходность 40% от прибыли отеля в год. Ну, это такие основные, да, моменты. Я попрошу просто несколько фотографий, я думаю, можно сейчас показать проекта. Юля, вообще, что вы сейчас предлагаете на продажу? Мы когда в предыдущий раз с вами говорили, в первых корпусах уже вариантов практически не было. Вы говорили о старте там третьей, четвертой очереди. Несколько слов можно об этом? Да. Проект совершенно все идет по плану, нет никаких изменений. Проект состоит из 4 корпусов, как я и ранее говорила до этого, под продажу, под номера для клиентов под гражданство. Это 1, 2, 3 корпус, а 4 это уже под частные инвестиции. Соответственно, 1, 2 корпус уже полностью забронированы. И хочу отметить, что если когда последний раз мы с вами разговаривали, и я говорила о том, что 3 корпус тоже теперь вошел в продажу, на тот момент было около 10% зарезервировано номеров, но теперь в свободном доступе осталось меньше, чем половина. Из 73 доступных номеров меньше половины осталось сейчас в свободном доступе. То есть это говорит о том, что спрос есть, спрос не уменьшался, и мы продолжаем работать в старом, в обычном режиме, скажем так. Окей. Скажите, что вообще сейчас происходит на стройке? Она идет или возобновляется? Какая ситуация? Потому что в Черногории же зимой на горнолыжном курорте строить не так, чтобы сильно просто. Да, необходимо дождаться, чтобы сошел снег, растаял снег, и тогда можно продолжать стройку. И вот как раз мы все очень рады тому, что стройка возобновилась, снег растаял, погода стоит прекрасная, светит солнце. И даже вот от наших коллег получили буквально на днях последние видео, фотографии, как там вовсю идет работа, продолжается стройка, поэтому, как планируется, проект должен будет завершен в 2024 году, все по плану. Но что, поскольку 2024 год, может быть, там смутит кого-то, насколько я помню, ведь не нужно дожидаться окончания проекта, то есть вы платите какой-то взнос, да, и, соответственно, то есть вот, когда вы совершаете оплату, пусть даже проект еще не достроен, подавать на гражданство можно, не ожидая завершения проекта. То есть это... Конечно, нету здесь этих критериев, и больше того скажу, что если раньше были условия, что нужно было можно было продавать номер после постройки отеля после 5 лет, то теперь возможно, владельцы номеров смогут продавать свои номера уже сразу после того, как отель будет достроен. И они уже к этому моменту, будем надеяться, все получат желающие гражданство.
Болезненный вопрос. Его тоже задавали еще даже перед нашим вебинаром. Ну, понятное дело, что значительная часть покупателей была, опять же, из России. Украинские покупатели были. И отсюда вопрос. Ну, вот сейчас, в любом случае, даже если действительно программа вроде как продолжает работу и запрета нету там, россиян на приобретение, на участие в этом проекте, все равно есть такие опасения, что инвестиции уменьшатся, и проект может, ну, как бы, там, стройка может приостановиться, и вообще будет ли проект достроен. Вот несколько слов об этом, тем более, что я знаю, ну, ваш проект не единственный, да, вот, который под эту программу проходит. У некоторых проектов трудности определенные есть. Да, нужно отметить тот факт, что у нас наши клиенты – это не только граждане Беларуси или России или Украины. У нас также приобретают под гражданство граждане Индии и Азербайджана и Южной Африки. Соответственно, мы доступны, наш проект, для граждан всего мира. При этом, при всем, у нас еще есть тоже большой плюс. Это один из немногих отелей и проектов, который имеет банковскую гарантию в размере 2,5 миллионов евро, что тоже подкрепляет устойчивость данного проекта и то, что он будет достроен. И также я еще хотела отметить, и точнее отметила уже, что у нас первые два корпуса уже зарезервированы, куплены, выкуплены. Соответственно, третий корпус тоже происходит этап резервации. А четвертый корпус у нас под частных инвесторов. Даже сейчас тоже пользуется популярностью проект не только для клиентов под гражданство, а также, помимо этого, просто для инвесторов, которые хотят, ищут недвижимость под инвестиции в это не столь легкое время. Поэтому мы совершенно уверены, что проект будет достроен. Для этого есть все предпосылки. Вы, ну, последний месяц-полтора, вы совершали какие-то транзакции, допустим, ну, с там, россиянами или в основном с гражданами других стран были? С гражданами других стран. Ну, здесь же, опять же, вопрос только о... Мы можем получать от любых граждан средства. Соответственно, только вопрос, из какой страны они будут приходить. Если у клиента, допустим, даже из Российской Федерации, там граждан Российской Федерации, есть счет за рубежом, то это намного облегчает задачу приобретения недвижимости. Тут уже идет вопрос, откуда будут приходить средства. Соответственно, это то, чем мы тоже занимаемся в частном порядке и решаем с каждым клиентом этот вопрос индивидуально. Окей. Ну что ж, отлично. Знаете, мы когда начинали сегодняшний вебинар, я понимал, что у нас на самом деле миссия такая, если кратко говорить, мы можем... Вот в 3 минуты уложить весь наш вебинар, просто сказать, что, ребят, проект строится, продолжает строиться, раз. И в следующий момент программа по-прежнему работает, и у граждан России, Белоруссии, Украины есть реальная сейчас возможность в этом проекте участвовать. Но вот вопрос, возможно ли оплата криптовалютой, сразу ответите. А, вот уже даже ответили. Пошлины, да, основные платежи, к сожалению, криптовалютой нет. Окей. Ответились. Ну, Софья, несколько слов, наверное, может быть, скажите про это. Да, с криптовалютой да, научились очень многие наши клиенты, мы сами взаимодействовать и работать. Это облегчает во многом жизнь именно по приему оплат за услуги юридического сопровождения, за мелкие платежи, такие как пошлины, причем речь про любую страну. Но вот основные платежи в данном случае касательно Черногории нет, государство не принимает криптовалютой, к сожалению, для всех, для нас, потому что это бы облегчило, конечно, бы жизнь и девелоперов, и нас, агентов. Нет, пока такого нет. Окей, и я попрошу еще сразу опубликовать в чате контакт Юлии, потому что вопросы по именно недвижимости наверняка еще будут. Вопрос гражданства Черногории в дополнение к гражданству России. Ну, то есть в Черногории, да, же, в Черногории вообще формально, насколько я помню, запрещено, но для тех, кто по этой программе инвестиционной, разрешено. Не то чтобы по этой программе, а вообще гражданам-инвесторам
тем, кто получает гражданство за некие заслуги. Вот наверняка вы все читали, смотрели новость недавнюю про криптовалютчика из одного из самых известных, Виталика Бутерина. Да. Да, он получил гражданство Черногории. Это как раз гражданство за особые заслуги. Все инвесторы и представители каких-то элит в плане известные художники, известные спортсмены, любой человек другой национальности, кому государство Черногория хотело бы даровать свое гражданство, это все люди, которые получают гражданство за особые заслуги. Им не нужно отказываться от гражданства своего рождения. Поэтому здесь все инвесторы, если говорить про нашу программу, в выигрышном свете, поэтому они сохраняют гражданство своего первого рождения. Вопрос, можно ли подаваться парам не в браке? Всем можно, кроме русских белорусов. Сейчас, да, с 1 января нам радостно разрешили принимать гражданские браки, гей-браки, но вот с начала марта нет, мы русских аппликантов не можем подавать в гражданских браках. Всех остальных можем рассмотреть, да. Для этого нужно доказать, что люди находятся в гражданском браке, и для этого есть своя процедура, но это достаточно несложно. Окей. Еще вопрос. Правильно ли, что просто делаете договор купли-продажи на адвокатов? Вот не очень понял этот вопрос, но Александр... Ну, если или уточните, или я думаю, что проще уже будет. Давайте я, возможно, понимаю, о чем идет речь. Если человек не хочет прилетать в Черногорию, а хочет, чтобы мы, как его выбранный лицензированный локальный агент, сделали за него все процедуры по подписанию бумаг, по прохождению всех бумажных процедур именно на территории Черногории, по открытию эскроу-счетов, по подписанию договоров купли-продажи и прочих бумаг, то мы это, естественно, делаем, и в 98, наверное, случаях как раз так и происходит. Люди подписывают доверенности на наших юристов в Apex Черногория, отправляют DHL, либо курьером, доверенности оказываются у наших юристов, они идут ногами, едут в Калашин, если речь идет о покупке Монтиса, либо на юг, если это про юг. Там оформляются все договоры, подписываются от имени по поручению клиента. То же самое происходит в банке. Человек не должен приезжать, если он не хочет в Черногорию. Ему придется приехать только после получения одобрения и только после того, как департамент пригласит его через нас на сдачу биометрических данных. Это будет совсем не скоро после подачи, где-то сейчас, это где-то через 10 месяцев. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда сейчас подведем итог. Значит, первое. Проект Монтис строится, строительство продолжается. И ну, финансовая уверенность, финансовая подушка такова, что проект будет достойный. Да, без всяких сомнений, проект будет завершен, уже вложено очень много денег и большие инвестиции, поэтому... Ну, если я правильно понимаю, то, собственно, вы же уже, если вы сказали, что два корпуса достроены, два корпуса проданы, а третий больше, чем наполовину, значит, вы уже получили... Ну, и четвертого корпуса, где у нас есть свои частные инвесторы и плюс вложенные инвестиции, девелоперская компания. Соответственно, вне всяких сомнений, проект будет завершен. Проект будет завершен. Раз. Второй момент. Программа Черногории там в начале марта проходила некоторая информация о том, что все, программа остановлена, программа закрыта. Нет, программа не закрыта, и она не закрыта официально ни для кого. Просто как ну, вот из тех граждан, которые сейчас у нас присутствуют на вебинаре, я еще раз просто немножко подытожу. У украинцев основные трудности могут возникнуть, понятное дело, с получением определенных документов сейчас, в настоящий момент. Но черногорцы идут в этом смысле навстречу в рамках ожидания и так далее. То есть, и Apex в этом смысле помогает. Правильно я говорю, Софья? Да, все верно. Значит, у граждан Казахстана вопросов совершенно никаких нет, все идет в обычном порядке. У граждан России и Белоруссии гораздо больше становится вопросов, их больше. Но, тем не менее, ни формального, ни фактического запрета сейчас нет. И due diligence проходит. Что не проходит? Не проходит финальное одобрение, но они не проходили и до последних чисел февраля. Именно так. Ну что ж, друзья, я еще раз
прошу прощения, мы не могли сейчас на многие вопросы ответить, потому что их очень много, во-первых, а во-вторых, далеко не все вопросы уместно обсуждать сейчас, ну, в общей такой дискуссии. Это вопросы частного характера. Поэтому Юлия Готская, представитель Montes Mountain Resort by Splendid. К вашим услугам вопросы, контакты на экране. Софья Сильна, вице-президент Apex Capital Partners про Россию и СНГ. Вопросы, пожалуйста, задавайте, звоните, ответят. По нашим новостям мы продолжаем активно работать. Мы видим, ну, что наш труд, наш скромный труд, в общем, нужен. Сейчас, может быть, больше, чем когда-либо. И мы очень рады, что много и из разных самых стран к нам сейчас приходят людей. Портал Prion.ru – ведущая площадка по зарубежной недвижимости и по иммиграции на русском языке для тех, кто, для кого удобнее всего информацию получать можно именно на этом языке. Отдельно обращаю внимание на наш канал в Телеграме, там много новостей. В ближайшие дни, завтра, послезавтра, мы опубликуем подробный отчет. Те вопросы, которые сейчас в частном порядке тоже задавали, мы с Софьей и с Юлей свяжемся и материал чуть-чуть расширим. Он будет несколько шире, чем то, о чем мы говорили сейчас. Софья, Юлия, тогда ваше последнее слово и какое-то, что хотите еще сказать, и я после этого, наверное, уже буду завершать. Софья. Спасибо всем, кто присутствовал сегодня. Милости просим в Черногорию. Она красивая, она гостеприимная. И получить паспорт одной из самых интересных стран на сегодняшний момент Европы, которая в скорости после 25 года войдет в Евросоюз и откроет членам вашей семьи вам самостоятельно все двери, в общем-то, в мир. В этом есть свой резон. Поэтому подумайте сейчас, пока программа работает, пока мы можем осуществить полностью поддержку по оформлению и подаче ваших документов для получения этих самых очень нужных сегодня документов, милости просим к нам в офис в Москве, виртуально, реально, в офис в Черногории и в любые другие офисы Apex по миру. Спасибо за то, что были с нами сегодня. Юлия. Также присоединяюсь к словам Софьи о Черногории. И если кому-то нужна более подробная информация, презентация проекта, доступные номера под покупку, под гражданство, обращайтесь смело. Предоставлю все фотографии со стройки, что сейчас там происходит. Поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните. Ну спасибо. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Спасибо, Юлия, спасибо, Софья. Хочется сказать каких-то несколько таких просто теплых слов с наилучшими пожеланиями всем нам, всем вам, дорогие зрители. Все знали, что мы живем в непростое время, никто не думал, что оно настолько непростое. Всем мира, всем любви, и берегите себя и свои семьи, своих близких. Это все, что мы можем от всей души искренне вам сейчас пожелать. Спасибо вам огромное, что были с нами. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, на сайте есть контакты, в том числе контакты мои личные. Пишите, мы будем очень рады помочь вам всем, чем можем. Спасибо, до скорых встреч.